будешь делать? Ну вот та, которая у меня, они с этими узлами оказались под дверью. Это полотенчик. Не сказала. Ручка. Чего-то я ничего не понимаю. Хочешь день и ночь, да? А кто это у меня его забрал? Я сейчас попробую. Yeah.
Сказочки. А нет, из Золушки. Из Золушки? Маша пела, сейчас ты все по-разному, все любят, потому что все. Все, поэтому давай сейчас этот хвостик спой. Спой его, раз он у тебя лег, тебе захотелось так. Так никогда не пел, потому что был разный, у всех были разные коды. Юля пела по-своему, Маша пела по-своему, мы там настраивали хроматизм у нее. И потом делали глиссандо на нотку, там в гармонию в это самое. А у тебя, видишь, какой интересный ход? Ну вот и спой его. Вторжение моего, ты прекрасно ее поешь. Единственное, что тебе нужно по метрической пульсации все это выстроить, чтобы где-то не забегать вперед, где-то не опаздывать, где-то что-то все. Вот, либо если ты там задержалась, догоняшку играть. Вот, сейчас поем еще разочек, я тебе поостанавливаю вот там, где все. А вторгаться в твое голосоведение нет смысла, ты ее чувствуешь, ты прекрасно поешь. Давай хвостик финальный. Споем. На яре можно не сидеть. Чу,
меня. Чтобы не поторопиться. Еще разок.
начало даже не трогало тебя. А вот здесь все-таки суетливо чуть-чуть. День отошел, и все с собой унес. Духа не хватило немножко. Вот в английском тексте ты там все там хорошо, хотя у девчонок, и мы с английским тоже там остаскивали начало. Была суета, как бы все. Хотя в оригинале так и написано. То есть в оригинале ритмически вот так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть вот так, как оно и есть. Вдох просто даст успокоение. Вдох. Его можно не делать, но как бы вот попробуй, такую версию попробуй. Иногда, понимаешь, мы же идем как логично, у меня полно дыхания, почему, зачем я буду брать? Но есть же еще, ну, то есть мы смыслово, если здесь смыслово, день отошел и все с собой унес, то есть можно. Можно день отошел и все с собой унес. Если, допустим, соединять, тогда хочется, чтобы ты на пол где-то там посидела чуть-чуть. Пропой мне точно, как у Александра написано. С этим местом все время ковыряемся. День отошел, и все с собой унес. Вот ты видишь все-таки на все-то. Что там? Да, идет подвижка. Идет четвертная? Ну, движка. Значит. День отошел и все с собой унес. Все с собой унес. Ну видишь, то есть суеты-то нет? Суеты-то нет. И все с собой унес. Можешь не брать дыхание, тогда держи четвертушку. Держи и пошли. Чуточку, как вянут в них цветы.
дыхание на исходе, ты вообще его не волнуешься. Угу. Поблекло все, Татьяна, пыль, цветы, ты все спел на одном. Но это замечательно, если ты все на одном споешь. Но ты имей в виду, что на цветах там тебе нужно дыхание. Угу. Сейчас прочувствую еще разочек. Не хватает-то?
Не хватает ее. Не хватает тембральности здесь. Для сладострастия полог тьмы. Как-то ты ее быстро просишь. Начинаешь там пристраивать этот голос. Тебе надо ноту держать, она у тебя киксанула. Мой дом. Да ты туда же. А ты опускаешь прям все в вертикаль, ушлася. Туда. Мой дом. Туда же. Мой дом, туда же. Сейчас хорошо было без суеты.
некоторые. Каждый раз разное. Замечательно. Просто песня. Просто песня. Ладно? Что не песня, то шедевр. Да. Что не песня, то шедевр. Все так. Но невозможно не любить его музыку. Невозможно. А детские песни какие потрясающие. Надо еще сверчка попробовать, он будет, у него есть аранжировка для оркестра. Да? Ну, потому что там оркестр играл, мальчик пел. Угу. Мальчик потрясающий совершенно. Ну, у нас тут кому играть? Это уже 13 часов. Нет, я имею в виду, что нет, а ты потом с оркестром филармонии будешь работать? И споришь, да, я верю. Представляешь, такую партитуру собирать? Оркестр. Ну там чудо. Там песня просто чудо. Она с оркестром вообще классно звучит. Да. Какая-то нереально крутая. Нереально крутая. Там тоже кирсы, да, слова? Да. Ну потому что чудо. Чудо. Ну ладно, давай дальше чем займемся. Сейчас скоро Александр Валерьевич придет. Ну, надо это нашить, повторим. Часы, наверное, когда бывает, или что-то. Фета? И... Это у нас...
держи одну динамику, очень длинный белок, там, угу. рано ходишь. А почему ты перед воздушным не берешь дыхание? Там очень хорошо сейчас, чуточку, буквально, понимаешь, вот чуточку. Потому что надо успокоиться, а потом идет с ускорением вот эта часть средняя, понимаешь, на контрасте на таком. А почему ты перед воздушных не хочешь брать дыхание? Не хочу, сейчас. А ты не взяла? Мне не хватило, да, там, конечно, надо. Да, конечно, не хватило, и потом оно там оправдано. Воздушно все вот это там, оно должно быть. Я всегда за то, чтобы, понимаешь, максимально там, где вот хочется вот, на одном, там, где нужно на одном. И там оно помогает чисто еще технически. А здесь вот. Давай еще разочек, вот это место прямо с воздушным. Потом там, понимаешь, это, и уроков, и ответов, что там первое? Советов они нам не несут. Они нам не несут, посмотри, вот сцена всегда ускоряет. Запомни это на всю жизнь, Коля, это уже, понимаешь, кажется, я же все ритмично пою, я же все в порядке, тем более, что фонограмма. Чего вам надо? Я не знаю, что кому надо, но на сцене всегда выходишь, всегда поешь быстрее. Ты понимаешь? Там человек всегда быстрее. Поперек батки пепла, понимаешь, все время идет торопыга. Вот на чуть-чуть, но она идет. Поэтому если приучить себя, я всех приучаю, я говорю, оттяните. И вот здесь вот уроков это не несут, не несут у тебя там, не несут, у тебя две сонорных. Если ты дашь на них немножечко, не несут. А вот вторая строчка, она в ритме вся вот пойдет, вот, дальше пойдет вот, все как надо. А если ты здесь вот себя немножечко не сдержишь, чуточку, не несут. Понимаешь, идет отрицательная частица, да, они не несут. Они наоборот, они не несут. Забери это на себя. А вот дальше строчка. И от судьбы наветов они нас не спасут. И от судьбы наветов они нас не спасут. Опять же идет отрицание, но такая большая вот фраза такая. А здесь ты войдешь в ритм, войдешь. Они нас не спасут. Давай еще. Она такая осторожная.
сразу воздух, а что вдруг у нас не имеет права на жизнь? Вдруг воздух, оно самостоятельное и у, и о. И вдруг, и воздух. У нас и то, и другое, а у нас вдруг совсем пук. Легче нам дышать.
своем, да. Ну и хорошо. Мне очень понравилось. Ой, мне очень понравилось. Молодец. Это же романс, что сонет, что в часы, когда бывает. Конечно. Ну, это 100%. Горечь, тульчик. Это романс. Это романс. Он по всей форме написан. Там, понимаешь, в сонете, сонет это сонет. Сонет это сонет? Конечно, но это самостоятельный жанр. Сонет. Сонет, ну, как стихотворный получается жанр. Ну, почему? Есть, ну, конечно. Давай по определению посмотрим. Сонет это... Сонет – стихотворение в 14 строк из двух четверостишей и двух трехстишей. Спасибо. А здесь все это выражено в музыке, поэтому идут такие перебивки, то есть спела и оркестр, ну то есть фортепиано, виолончель, скрипка, флейта. У Александра написано же для фортепиано. Скрипки, виолончели и флейты. И партию флейты, как я поняла, партию флейты. Это основная, да. Она, это голосовая партия. Это голосовая партия. Поэтому сонет самостоятельный жанр у нас. А здесь у нас романс. Часы, когда была. Сонет. Все выдержано. Александр писал, все выдержано. Давайте, ну что делать с концертом, например, да? Что, у тебя в среду работа? Да, не переносить или не переносить. Отпустить меня вообще не знаю. А ты вообще кем работаешь? Главной библиотекой. Ты руководитель? Нет. То есть без тебя там... Да, справятся, конечно, но там вот как бы сложно что-то сдвинуть. У нас же планируется все за 2 месяца, и как бы потом сложно что-то поменять. А в среду что-то есть у вас? Я попробую перевести. Тогда придется уроки отменять. Какие уроки? Готовятся во вторник. А, ну, мы их отменим. Да ты вообще, мы же, по-моему, план-то перевыполняем по урокам или нет еще? Ты следишь? Я записываю. Ты следишь, ты все записываешь. Ну хорошо, да мне с тобой в радости заниматься. Удовольствие приносишь. Такое удовольствие. Поэтому поменяешь просто одни местами. Ну надо, давай я напишу на главу администрации Советского района, на Елену Викторовну Ланину ходатайство. А? Чтобы тебя с работы отпустили. Ну что, да, мы тебе директора все. Наша директриса. Не твоя, Константина. Да. Это краевая библиотека. Краевая библиотека? Не районная? Краевая библиотека? Раз Советский район, значит... Ну да, просто отделов несколько, и наши в Советском районе. То есть она новая или недавно? Нет, не старая. Да? Я попробую перенести. И с Артуром, получается, тоже отменим пока на следующей неделе. Ну да. Через неделю. Ну да. Ну, во-первых, нужно еще раз мне уточнить, что концерт все-таки в среду. Это не сценарий, не программа вообще. А кто ведет? Вы ведете? Я. За ничего не знаю. Я уже в пятницу партия Высоцкая. Тоже не сценарий ничего. Тоже. Ну, тоже будет. Нет. Поеду в колонии проводить концерт. У них конкурс «Калина красная» проходит между колониями. Называется. Вы будете там в комиссии? Угу.
Александр Валерьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы споем сейчас с вами Чучева и Александра Яцковича «Часы, когда бывают». Споем, Александр Валерьевич? Споем, дайте только нотки. Сборночки. А вы там в оригинале, в тональности? Так а вы, по-моему, оставляли мне нотки там. Не, нотки, да, лежат. Сборники. Сборники, да. Значит. А вот уже они распечатанные есть. Так а тут тоже что распечатано? А вот это что распечатано? А, это сонет. Сонет у меня есть, сонет. Хорошо. У нас теперь нот сколько много, замечательно. Александр Валерьевич, мы сейчас попоем с Олей. И все. Да, вот Екатерина Михайловна спрашивала, до скольки вы занимаетесь. А все? Она хотела Данила Олеговича сюда перебазировать. Ну, по идее, у нас еще два урока с Ангелиной. Ну, скажите, до скольки вы будете заниматься? Я их просто пообещал написать. Так Ангелины не будет. Я понимаю. Скажите, до скольки сейчас будете заниматься? До 3 часов мы уйдем. 3 часов. Ну, для большего счастья напишите 3.15, как это должно быть. Угу. Но это сегодня так. Да, понятно, понятно. Это сегодня так, потому что я сказала, чтобы она все равно ходила на уроки. Ой, понимаешь, да, тоже будущий преподаватель будешь. Если у человека какие-то есть недомогания в плане голосовых моментов, то мы же можем заниматься чем-то другим. Мы можем заниматься... Мелодию учить, да? Работать над текстом. Работать над текстом, совершенно верно. Что у нас тут? Вы хотите меня забаррикадировать? Ну ладно. Ну да, лучше вас, чем меня. Ну да. Все, Александр Ильич, забаррикадировать. То есть там много работы. Над дикцией, над фразами, над текстами, над мелодией. То есть все разбирать, все. Посмотреть историю создания песни. Кто ее исполнял, почему она и как, и что. То есть масса. Я сказала, чтобы Ангелина ходила на уроки, но она написала, что сегодня не будет. Поем. Не меняли тональность, да? Да, по-моему, меняли, что-то не без меня. Сами много. Чуть-чуть опустили, получается. Ну, том. Часы, когда бывали, так холодно.
смотри. Вот сейчас живой компаньон. Живой компаньон. Ты можешь уже не за фонограмму там все, ты можешь все-таки делать. Самое вещи вести за себя. За собой за себя. Ну что? Поздно для себя уже вести. Ну да. Оля, а ты замужем? Я говорю, ну видишь, правильно я сказала, вести за себя. Ну не вас. Оль, твое первое вдруг было вообще мимо нот. Да потому что я спела с комом в горле всю эту песню. Вот это что это было вообще? Вдруг? Нет, а вообще, да много было того, чего вот не было только что. Она была, а потом послушаешь, как ты один раз спела вдруг, когда вот я тебя попросила, ты только хорошо спела. Это место. Да, так если бы у меня было, у меня не всегда есть возможность по времени, иногда же даже вообще не просматриваю, я просто публикую и все. Пошли сначала. Пили сначала. А что это у тебя там? Не знаю, что-то. Так воды попей. Так я попила. Что попью? Еще больше. Не хватает дыхания. Ты, конечно, молодечек, ты перестала дышать носом. Но тебе же стало удобнее все равно же пить. А? Честно только скажи, или нет? Да я вообще не думала о дыхании. Значит, комфортнее. Значит, комфортнее, поэтому идешь и идешь, поешь и поешь. Ну, давайте. Долю до или так до? Да давайте сначала. Хорошо. Да, сначала сейчас буду. Без силы, без движения, мы так удручены. То есть смотри тоже,
немножечко. Когда ты сейчас присядешь чуточку на М, чего хочется, потеряешь дыхание. Можешь не брать его. Но мне М чуть-чуть, Оль, добавь, добавь чуточку. Удручены, мы удручены, мы удручены. Она здесь должна быть. Но сейчас у тебя может быть расход больше, потому что ты над ней немножечко присядешь, потеряешь, потому что ты там не берешь дыхание. Пошли вот эту фразу прям. Без силы, без движения. Посмотришь, прямо отсюда. Два. Без силы, без движения. Да, чуть-чуть, чуть-чуть. Да, еще драматизма, добавь чуть-чуть. Мы удручены. Еще раз. Без силы, без решения, мы так удручены, что даже утешения друзей нам не слышны. Вдруг солнце все-таки оттяжечка есть у тебя. Там оттяжечка есть. Первая хорошо ты со стремлением пошла. Еще разочек это место споем. И я сейчас услышу эту строчку, которую хочу сейчас обратить на нее внимание. Поем.
не перебор, просто если будет голова мыслить о том, что мне нужна У, будет все в норме. Будет все в норме. Еще раз, то же самое место. И от судьбы на А. И от судьбы на Б.
первую атаку, если вы все, значит, ее просто нужно немножко передержать. А не там ровненько, да? Uh-huh. И от судьбы. Просто нужно на А, потому что тебе нужно увеличить динамику чуть-чуть на А. Они соединяются, то есть и от судьбы, так получается и от судьбы, если одна динамика. И от судьбы, то есть ты дай чуть-чуть, ну чуточку ее, чуточку, потом догонишь. Хорошо. Давай еще. Я понимаю, что здесь по смыслу уроков и советов, там, они нам несут, там, всего этого. Что-то так было фундаментально, немножко дикционно было с перевода. Чуть-чуть. Оля мягко сказала. Уроков. Да, да, Оля. И она и должна быть, потому что здесь по смыслу. Но романс помягче, чуточку помягче. Ты что-то здесь... Как никогда что-то я все время допела, пела, а сейчас что-то резанула. Чуточку резанула. Хорошо. Давайте пораньше чуть-чуть, Савельич. Ну, из первого. Да, куда? Да. Давайте. Из первого. Так мило, благодатно.
тебе за это время тебе нужно ее скидывать. Ну, пробуем, мы же пробуем. Пробуем, мы ищем, хочется, понимаешь, потому что иначе дыхание заканчивается. А рвать не хочется, мы же тоже пробовали. Мы и так пробовали. Там нельзя тогда брать дыхание. Ну, давайте все сначала спою. Какая красивая. Вот здесь вот можно. Смотри, я старцем.
попробую. Ну ты прям вот-таки смотри, сопривируй. На полтона ниже, да? Угу. Ну, время я нашел. А, да, я понимаю. Просто вы говорили, что на полтона ниже, а Артур переучивает. Не-не-не, мы пока еще не учили. А, еще не учить. Угу. Потому что Артур не захотел переучивать. Сказал, идите вы лесом, да, на полтона ниже. Нет, он так не сказал. Во-первых, он так никогда не сказал. Ну, внутри себя он так говорил. Не знаю, не знаю. Артур очень воспитанный молодой человек. Я всегда с ним встречаюсь, а студенты не понимают. Я говорю, обмен энергетикой. Понимаем друг друга, благословляем. А студентка, сегодня две студентки, они так посмотрели. Я говорю, солнышки, так я вас сейчас обниму. Я говорю, хотите? Они говорят, да. Я к ним подошла, тоже обняла. Ну давай, попробуем. Самый финал, Коль. Играем тогда, Александр Валерьевич.
Ну, вы знаете уже тогда мелодию, вот я играю. Виолончель не надо нажимать, что играет. Да? Ну тебе как? Не, ну тут виолончель, она местами дублирует, а местами нет. Например, в последних двух тактах не дублирует. А скрипка что играет? Ученица же, отличница. Ну что, да? Как он говорит? Спортсменка? Спортсменка! Красавица! Она говорит, такая мелодия. Thank you.
вот. Да, а и там что, секунда? В конце, да. Да? Вау. Еще разочек. Оля, посмелее, поярче. Не знаю. Екатерина Михайловна, запятая. Добрый день, точка. Скажите, в какой день точно будет концерт? Вопросительный знак. Спасибо, точка. По-тихому с ума сходите, да? Я вот, Екатерина Михайловна сказала, что мне некогда слушать голосовые сообщения, я же занимаюсь, а так и смогу прочесть. А, печатаете теперь голосовые, да? Я теперь печатаю голосовыми, но нужно же теперь, я тут все равно забыла одну запятую, нужно же все это называть. Так он у вас в тексте? Да. Да, мне недавно научили. ВКонтакте или где вы голосовали? WhatsApp. WhatsApp? Запятые. Научиться. Вот, иди научу. Видишь, вот тут у тебя, ой, где клавиатура? Вот микрофончик. Угу. Нажимаешь на него? Ты начинаешь говорить. Точка. Ты начинаешь говорить. Точка. Видишь? Угу. Точка. Только ваш голос распознает. Ну, ты меня тут неспроста. Своя собака знает своего хозяина. Ой. Ну, давайте. Thank you.
это прямо не знаю, что за болезнь у вас у всех. Вы их выключаете, включаете. Напоминай. Вот это несчастно. Напоминай. Я это могу объяснить только тем, что испугалась сама. Начало не было готово. Напоминай. Тут даже эту и она почему-то низко звучит. Напоминай паруса или на А подольше, там, чтобы она коварная такая. Почему она низкая? Давайте сначала еще раз. Только покороче. Я просто думала, что это... То есть она на самом деле не та была. Оля, тот же самый ход во втором куплете тоже. Какая низкая нота. С чего начинается второй куплет? Одним ожесточением воли. Воли. Выбрали сердце. Воли. Вот
на провале, они тоже, ну, тоже низко. А тебе, Александр, вам не хотелось, чтобы Оля немножко вам подвинулась во втором куплете? Ну, немножко хотелось, да. А вот я же чувствую движение. Я там просто поменял немного аккомпанемент. Там уже слышишь, вот. Красота. Там, да, там. Красота потрясающая совершенно. Аккомпанемент просто потрясный. Но вы же чувствуете, что вам-то хотелось. И я чувствую. Нет, я чувствую, что вам хотелось. Оля, ты должна вести Александра Валерьевича. Понимаешь, чтобы вы были. А кого тебе не хотелось? А вот почему-то ей не хотелось. Тебя, тебе почему не захотелось? Потому что, смотри, второй куплет о чем? Вы брали сердце и скалу. То есть глагол, действие. Одним ожесточением воли мы брали сердце и скалу. Ты в любой момент можешь успокоиться, да, как бы все, вот это все. Хотелось прям. Немножко все. Может быть, допустим, скажу, что ну, в третьем куплете же тоже там он начинается с чего? А как мне кажется, могли бы рукой, по-моему, прости. А вот тут, понимаешь, о, как мне кажется, ты очень хорошо вот эту ка даешь, понимаешь? Ты ее очень хорошо даешь, взрывную. А здесь-то как раз успокошка. Успокаиваешь, успокоиться. О, как мне кажется, могли вы рукою... Ты успокаиваешься здесь, а во втором надо сдвинуться. Поняла? Завершите первый, чтобы оно вас подвинуло, Александр Валерьевич. Будьте здоровы. На чем заканчивается первый-то? Какой снег? Я не тут села сейчас. Интимный куплет, а здесь он
В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век. То есть все, вот прямо все замечательно. Спасибо всем. Александр, ну еще какой комплимент-то сделал. Да. Молодец, Александр Григорьевич. Александр Ильич, а то, что я сбросила там в наш класс, вам эти произведения известны, по сути, вы их играли? Ну, второе нет. Ну, как бы я слышал его, да. Этот босса нова, конечно. Ну, босса нова, да. Он...